Международный туроператор «Азимут» празднует трехлетие со дня открытия представительства в городе Ярославле. Сегодня по этому поводу компания пригласила к себе в гости постоянных клиентов. Самые активные из них получили ценные подарки. Нам сегодня подарили телевизор за второе место, и это очень радует, что они заботятся о своих клиентах, и надеюсь, что мы дальше будем с ними плодотворно сотрудничать и путешествовать. А также у клиентов была возможность лично поздравить и поблагодарить коллектив компании, обменяться впечатлениями о поездках и выразить свои пожелания на последующий отдых с «Азимутом». К примеру, семья Кусакиных недавно вернулась из Арабских Эмиратов. С собой в Ярославль они привезли массу эмоций. Только хорошие положительные отзывы у нас остались. И, соответственно, всем ярославцам желаем этого. Вперед, сюда, отдыхать, чтобы нас было больше. Команда компании «Азимут» с оптимизмом смотрит в будущее и планирует всегда быть в авангарде туристического бизнеса.